В Нижегородской области состоялось 25-е по счету заседание Ассоциации производителей труб. На протяжении 20 лет эта площадка объединяет ведущие отечественные металлургические предприятия, научные организации и компанию «Газпром» как одного из крупнейших отраслевых заказчиков. На юбилейном заседании ассоциации обсудили программу работы объединения на ближайшие 3 года и предложения производителей по повышению эксплуатационной надежности объектов «Газпрома». Как подчеркнул президент ассоциации, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, такая форма сотрудничества, как ассоциация производителей труб, полностью себя оправдала. Инновационная продукция, которую освоили российские металлурги, позволяет решать приоритетные задачи отечественного топливно-энергетического комплекса. Так, в результате тесного сотрудничества двух отраслей – газовой и металлургической, в стране в 2005 году появилось собственное производство труб большого диаметра, необходимых для магистральных газопроводов. Кроме того, удалось наладить выпуск материала для строительства емкостей для сжиженного природного газа, что стратегически важно для развития СПГ-индустрии. Сегодня перед всем топливно-энергетическим комплексом России и «Газпромом» в частности стоят новые вызовы и задачи. Как было уже не раз, металлурги и газовики готовы ответить на них совместными усилиями. Благодаря долгосрочным заказам «Газпрома» российская металлургическая промышленность и регионы, на территории которых расположены заводы, получают новый импульс для развития и, как было отмечено на совещании, с учетом новых реалий для дальнейшего наращивания объемов сотрудничества открываются широкие перспективы. Юбилейное заседание ассоциации состоялось на площадке объединенной металлургической компании Нижегородской области. Что не случайно, ведь именно ОМК, первой в России, начала производство труб большого диаметра для проектов международных газопроводов. В прошлом году на предприятии запустили современную линию по выпуску бесшовных труб, которые востребованы в том числе при добыче углеводородов в сложных условиях и наклонном бурении. С новым производством ознакомилась делегация ассоциации. Во время посещения трубопрокатного цеха гостям продемонстрировали склад непрерывно литых заготовок, оборудование для транспортировки, резки и отделки продукции, сердце цеха, прошивной стан и современные пульты управления, а также зоны подготовки инструмента деформации, нагревательную печь, установки контроля качества продукции. Строительство трубопрокатного цеха для ОМК стало одним из крупнейших инвестпроектов последних лет. В результате теперь в России 2 производителя – предлагают бесшовные трубы, и у заказчика появилась возможность выбора оптимального для себя решения по цене и качеству. Нижегородская область, в свою очередь, получила дополнительно 800 рабочих мест, а также укрепила свой статус одного из ведущих центров отечественной металлургии и промышленного туризма, способного впечатлить не только специалистов отрасли, но и простых граждан.